Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Павел96, и сегодня у меня идет второй дубль. Нет, не знаю, уходи. Второй дубль Garten of Bonbon 2, серия 3. Значит, если сейчас повезет, то мы сможем допройти игру, но, правда, без одного момента. Без этого... Сейчас. Без стингерфлиновского этого задания. То есть без него, короче. Если повезет, то с ним. Нет, не повезло. Ну, значит, все. Потому что у меня игра вчера, сегодня сломалась вообще нафиг. Ну, то есть, все. Как бы. Я вот это вот начал паркур проходить. Я его начал уже проходить. Тут прошел какую-то часть. Ну и компьютер мне сказал, что как бы нет, давай-ка заканчивай. В этой игре лучше очень много не умирать, как я понял. Потом все ломается вообще нафиг. Я вот это вот 4 раза, по-моему, умер. 3. И все. Да. Это очень бесячий уровень. Я считаю, что зря разработчики добавили его. Ну, потому что все-таки это хоррор, а тут получается какая-то просто фигня. Еще бесящая. Даже высморкаюсь, пойду. Игра не хочет, чтобы я нормально проходил. Но... Надо все-таки хоть как-то ее пройти. Я проходил все. Хорошо, все было вообще нормально, так это... Зачетно. Пока вот... Там все не испортилось. Это, слава богу, то, что я только из этого Стингера Флина пропустил. Но, как бы, его задание. Там, на самом деле, его самого тоже нету, вы не думайте. Там, типа, надо просто пушками стрелять по кнопкам в правильном порядке. И все. Очень надеюсь, что эта серия будет... последний по этой игре, и я опять пойду спать. Ну, не спать, а отдыхать от всего этого. От игр. От прохождения. Ты вообще офигевший просто! Ненавижу тебя! Это я, если что, компьютеру. Я сейчас чуть не умер из-за него. Просто, я сейчас чуть просто от него не умер, потому что меня пролагало сейчас. Я, конечно, прыгнул, я, конечно, все понимаю. Но я не понимаю. Так. Давайте сюда. Сюда, сюда. Это я тоже забирал. Так это кассета, я не знаю, что это такое, если честно. Ну, нет, в смысле, знаю, это кассета. Ой, какое неприятное место. По-моему, я вот тут умер. В прошлый раз. Ну, на моем неудачном... дубле этого видео. Так, по-моему, мы уже приближаемся к концу. Фух. Надеюсь, сейчас я не сдохну, как какой-нибудь овощ. Ё-моё! Так, ну вроде бы все. Вроде бы уже нормально.
Ну, в смысле, ненормально, а так это. Almost there. Бан-бана бан-банелла? Бабан-балена. И тут все двери. То есть вот бан-бан, бан-балена, Стингер Флин и вся остальная фигня. Мы все здесь. Тортик какой вкусный. Джамбо Джош. Шериф Опела. Наб-наб. Я, кстати, игра сюжет прочитал, оказывается, что мы в третьей главе будем сражаться против вот этого Стингера Флина. Он наших, короче, детей украл, и мы поэтому пришли вот этот сад их забирать. Вот туда я вот этот торт. Я буду на нем стоять. Я сломаю систему. Чё, вы долго так будете делать? Вы там что-нибудь вы там выпустите меня или что-то такое? О, здорово! You know, on a normal day you'd be standing where I am, behind the safety of this glass. Like you're in a zoo. Можете перенести, some если что. Speaking слышь, а ты zooms, этот? It's almost assembly time. Ты плохой where или all нет? The doors open, so we must keep this brief. Look, I'm sorry I hit you, but you gotta understand. I needed something from you that I could only get if you were unconscious, and I was all out of sedatives. If you'd seen me, you wouldn't have trusted me, I know it. But there was one thing I didn't lie to you about, and that's me knowing why you're here. You're here for your children. I too am working towards saving them, if you can believe it. But someone else has them. Тут, кстати, я только убил, есть продолжение. Можно нам туда пробежать? Oh, no. Вот, надо купили побежать, да. Чего? You've been a bad student. Джамбо Джош? И это? Чебукрыло? Что? Ну все, мне не труба. Не надо. Нет. Я даже не пытался от нее убежать, потому что я примерно понимал, что если я попытаюсь, то это будет еще страшнее. Ну его нафиг! Ё-моё, ну это... Ну это будет тяжело. Прям реально тяжело. Я чувствую, что... Только давай сейчас ты не будешь бубнить, просто сразу же можно будет побежать. Да-да-да-да. Ой. Ой. То есть тут Джамбо Джош? You've been a bad student. Тут Джамбо Джош? И это. Я не вдруг пытаюсь мне убить, мне надо налево бежать. Пусти! Фу! Пусти! Алин, ты серьезно? Ну иди нафиг! Фу! Так, значит, нужно налево побежать. Налево.
Там нужно, короче, прибежать к какому-то лифту и все сделать. Все, что надо. Хорошо. Я не против. Так. Давай. Кстати, я еще узнал то, что Джамбо, Джош, он оказывается меньше, чем гигантский капитан. Джамбо убил. То есть он подумал, что это я, и он ее забрал. А, мы можем свалить. Нормально. И чего? А, и все, это конец, да? Я, кстати, вот еще знаете, что узнал? Я знал, что это такое. Это, короче, вот эта вот штука, это кровь этих всех монстров. Это гиваниум. Ну все? То есть мы сваливаем, да? Классно. Конец. Я думал, что видео, кстати, маленькое получилось. Чё? Мне показалось, там что-то было. Ну ладно. И всё, да? Всё, это конец? Типа, вы открыли хорошую шапку Гузо. И все. Вот так вот. За 3 серии. Хотя я думал, что можно было, в принципе, в 2 уложиться, если бы мне тогда не приспичило там сходить. Куда надо. Значит, в 3-й части, я вот что думаю. Мы точно не увидим Бомбалену, потому что ее убили. Или увидим. Мы, наверное, увидим Джамбу. Возможно, что мы... Ну, этого мы увидим точно там. Я точно знаю, что мы там увидим Стингера Флина. И, наверное, мы там увидим лягушку шерифа. Вот. Пока что все. Мы игру с вами прошли. Теперь будем ждать где-то мая, наверное. И там уже будет последняя, получается... Ну, не последняя, либо последняя, кстати говоря. 3-я часть. 3-я глава. Во сколько я уложился? Ну, в 13. Ну, в принципе, да. Нормально. Значит, все, ребят. Было классно с вами потусоваться. Поиграть в эту игру. Все-таки пройти ее. Дальше теперь уже не знаю, что буду снимать. Возможно, что сейчас опять уйду реально на покой. И не буду пока больше ничего снимать. Ну, короче, вот, значит, игра классная, мне понравилась. Что первое, что вторая, но вторая, конечно, покруче. Все. Ну, не все, а все. Значит, увидимся с вами уже потом. С вами был я, Пабло96. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик и уведомления все, чтобы не пропустить ни одно новое видео.